Рыцарские бои за железный трон и фотосессии с драконами, соревнования по бамперболу, концерты легендарных рок-групп и магический спектакль от театра оперы и балета. Подробнее о том, как интересно провести выходные, расскажет Ирина Бондаренко в рубрике «Афиша». Начни лето ярко в Татышев парке. 2 июня в 11 часов здесь начнется большой семейный фестиваль «Радуга». В этом году фестиваль «Радуга» соберет 60 площадок, на которых семьи и их дети могут поучаствовать в различных вообще интерактивах. Затем могут попробоваться на роль в «Ералаш». А если вы любите активные игры, попробуйте такой необычный вид спорта, как бампербол. Вы увлекаетесь рукоделием и делаете невероятные шедевры с помощью спиц, крючка и пряжи. Приглашаем вас 3 июня в Центральный парк на Всемирный день вязания. Регистрация участников начнется в 10 часов. Принять участие может абсолютно каждый. Наш праздник уже 8-й раз соберет мастерицы всего нашего Красноярского края. А для гостей праздника на главной сцене парка состоится большая концертная программа с конкурсами, призами и подарками, а также эффектное дефиле девушек в красивых вязаных нарядах. Не пропустите, начало в 12 часов. Также в Центральном парке состоится настоящая борьба за железный трон на фестивале по мотивам легендарного сериала «Игра престолов». В эту субботу в 12 часов дня приглашаем вас погрузиться в мир средневековья, встретиться с главными героями любимого сериала «Игра престолов», принять участие в рыцарском турнире, ну и, конечно же, сделать фотографию на память с драконами. Ну а главное событие этого фестиваля – это концерт группы «Ария». «Магическая русалка». Красноярский театр оперы и балета продолжает выходить за рамки классики. 3 июня в 18 часов весьма необычным образом зрители могут окунуться в мир магии оперного искусства. Это опера, это балет, это драма, это иммерсивный театр. Зритель – это часть сюжета, часть действия. Они участвуют, они становятся гостями на свадьбе, они непосредственно являются фактически свидетелями происходящего вокруг главных персонажей. На сцене только Большого театра произойдет трагедия, ставшая ключевым моментом в развитии фильма «Красный воробей». Премьера стартует в эти выходные на больших экранах. Прима Большого театра ломает ногу, и о дальнейшей карьере в балете не может быть и речи. По воле случая она становится рекрутом секретной службы. В главной роли фильма Дженнифер Лоуренс. Продуктивных вам выходных, смотрите «Афишу» и заряжайтесь только положительными эмоциями. С вами была Ирина Бондаренко. До встречи!